эксцентриссимо. Россияне стали чаще отдыхать за рубежом. Снова появились деньги. Внутренний туризм – прощай. На новогодние каникулы жители страны снова выбирают Таиланд, Эмираты, Вьетнам, Индию, Израиль и Доминикану. А звезды наши и не прекращали кататься по заграницам, устав от российских аплодисментов. Вот и в этом году не страдающий от маленьких гонораров Филипп Киркоров отдыхал после Нового года в Майами-Бич. Кругом дети, родня, Кристина Арбакайте, Игорь Николаев, море, солнце, роскошь. Сходили на цирк Дю Солей, съездили в Диснейленд. Ну, почти чуть-чуть не долетели до Гавайев, где любил еще Элвис отдыхать. Сейчас эти места тоже оккупированы звездами. Посреди вулканов, в маленьких домиках с бассейнами можно разглядеть Бритни Спирс, Бена Аффлека и Джастина Бибера. А вот Алена Водонаева чуть-чуть не долетела до другого населенного селебрити острова Бора-Бора. Не встретила на каникулах своих подруг Николь Кидман, Шерон Стоун и Шарлиз Терон. Алена оказалась на Бали с новым мужем на его новой вилле. Рай в раю. Массажи, обертывание, нега – все, о чем она мечтала, отправляясь много лет назад в Дом-2. А вот Олег Газманов и Елена Летучая знают, куда ехать, чтобы не столкнуться ненароком с Томом Крузом или Мадонной. Они катаются на лыжах и принимают горячие ванны на открытом воздухе в Сочи. Эксцентриссимо.